Мы на станции Диагональ. И сейчас я вам расскажу, куда мы едем. Мы едем на станцию Фонтана, чтобы посмотреть еще одно бессмертное творение Гауди – дом Висенса. Просто как в аэропорту. Билеты я заранее взяла на сайте музея. Если вы будете покупать в кассе, заплатите на 2 евро больше. Для того, чтобы попасть на станцию Фонтана, нам нужно с синей линии пересесть на зеленую. Мы пришли к цели, но сейчас сначала нам надо попить кофе. В билете указывается дата и время прихода, поэтому у нас еще есть время. Вот сюда мы пришли. Где у нас такая замечательная решеточка. Смотри, как там красиво внутри. Дом Висенс – частный жилой дом, построенный в 1883-1885 год, то есть за 2 года. Заказчиком был Мануэль Висенс, фабрикант кирпича и керамической плитки. Дом отражал и даже рекламировал деятельность своего хозяина. Это был первый частный проект Антонио Гауди и старт его успешной карьеры архитектора. Дом Висенс ознаменовал появление нового стиля каталонского модернизма. С 2005 года дом включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а музей здесь открылся в 2017 году. Hola. Yes, we can. После того, как охранник сосканировал наши билеты, мы прошли вперед и на табличке сканировали QR-код, чтобы загрузить аудиогид. Аудиогид очень полезный, есть на русском языке и дает много информации об этом архитектурном стиле каталонский модернизм. В плане дом представляет собой правильный четырехугольник. И при строительстве дома Гауди использовал большое количество различных декоративных элементов, такие как башенки, балконы, эркеры, выступы различные. Это позволило ему, несмотря на простоту формы здания, добиться объема. Давайте войдем внутрь дома и полюбуемся его внутренним убранством. Во внутренней отделке мы видим явное влияние мавританского стиля, так называемого мудехара. Он был тогда в моде. В работах Гауди он достиг наибольшей выразительности и чистоты. Огромное количество декоративных деталей, картины, панно, различные отделки на потолке переносят нас в эпоху богемных курительных комнат и жизни ради наслаждения. В доме 3 этажа, и каждый этаж доступен для просмотра. Курительная комната – яркая доминанта в доме Висенс. Для Гауди цвет – это жизнь. Все свои орнаменты Гауди берет у природы и раскрашивает в яркие цвета. Крыши, драконы, балконы, ограды из цветов и листьев, монстеры – все это взято у природы и доведено до совершенства формы. Дом пережил несколько реконструкций и менял своих хозяев.
Первая реконструкция была произведена в 1925 году. На третьем этаже находится экспозиция, которая посвящена строительству дома и его реконструкции. Здесь также расположен кинозал, где демонстрируются фильмы об истории строительства дома, его реконструкции, рассказывают о деталях интерьера. Фильм очень интересный, правда, на испанском языке, но титры есть на английском, поэтому кто понимает, может прочитать по-английски или просто посмотреть. Очень красивый фильм. Я уже говорила, что дом часто менял своих хозяев. Вдова Мануэля Висенца продала дом крупному бизнесмену, а в дальнейшем здание принадлежало его наследникам, переходя из поколения в поколение. В 2007 году дом выставили на продажу. Цена жемчужины модернизма была всего 35 миллионов евро. Покупателем стал банк Андоры «Марабанк», который занялся реставрацией дома и уже сейчас открыл его для посещения туристов. Я очень люблю жизнеутверждающую, яркую, красивую архитектуру Гауди. Надеюсь, вам понравилась моя экскурсия. Смотри, как красиво. По дороге к метро я сняла еще несколько объектов стрит-арта. Они мне понравились. Может быть, и вам понравится. Всем приятного просмотра. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставайтесь на моем канале. Две тени. Да. Почему? Или секонд-хенд? Да, может, секонд-хенд. Надо посмотреть, на какой мы сейчас должны перейти. Это с на метро. А нам надо вот и на Каталонию. А, так по зеленой прямо так и едем. Да. Зеленая, Каталония.